В регионе поддержат розничную торговлю на селе. Ради этого в закон о патентном налогообложении внесли изменения. Теперь отчисления в казну станут символическими. Это позволит удержать на плаву торговлю в отдаленной местности. Эдуард Истомин подробнее. Покупать продукты в сельском магазине или ездить за ними в город. Жители Шумовки однозначно склоняются к первому, ведь до областного центра почти 30 километров. Ольга Кутенкова – жительница села Шумовка. Ежедневно она ходит в местный продуктовый магазин и не представляет, как можно ездить в город за едой. Говорит, что это утомительно и накладно. Как без магазина в селе жить? Если не будет магазин, то не будет населения. В город слишком, а бабушки как будут есть. Рузия Каравашкина – индивидуальный предприниматель. В ее магазин за продуктами бегает все село. Покупателей немного, поясняет хозяйка. Прибыль небольшая. Расходы большие. Во-первых, и отопление, и электроэнергия, и налоги большие. В этом году еще налоги прибавили, как бы мы немножко тут напряглись. Рузия Каравашкина уже закрыла магазин с хозтоваром. А все потому, что ей насчитали по патенту 100 000 рублей налогов. Но негатив был недолгим. На днях пришла приятная весть. Налоги снизит. Патент будет фактически 1 квадратный метр за 1 рубль. И таким образом это позволит снизить расходы на содержание этих объектов. Мы понимаем о том, что сегодня достаточно тяжело вести бизнес в малых селах. Мы, конечно, с радостью восприняли эту новость. Нам очень понравилась такая идея. Конечно, спасибо нашим региональным руководителям. На позитиве и работники магазина. Здесь их трое. Ранее все ходили в страхе потерять работу, а сейчас словно от сердца отлегло. Радуется Светлана Сизова. Нет, мне очень нужна работа. В город я не могу ездить. Почему? Далеко. А вот хозяйка уже вновь подумывает открыть хозяйственный магазин. Пока здесь висит унылая табличка, но скоро ее могут убрать, и сельчане вновь придут за лопатами и садовыми шлангами. Эдуард Истомин, Игорь Кранцев, Денис Миронов. Вести Ульяновск из Ульяновского района.